Dear ladies and gentlemen, I kindly ask you to take your seats, because we are about to start in 1 minute. Уважаемые дамы и господа, я прошу вас присесть, мы начинаем уже через минуту. Телефоны тоже прошу вас на беззвучный сигнал поставить или выключить. Please switch off your phones or keep put it on silent, please. Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, что все уже хорошо поели и готовы к очень интересной дискуссии в урбанистике. Меня зовут Вильям Томпсон, я работаю в Организации экономических сотрудничеств и развития, и я очень рад здесь быть. Я благодарю организаторов за проведение этого форума в целом и особенно вот этой сессии. Я очень рад здесь видеть вот такое количество действительно высоких и интересных гостей. И особенно я бы хотел вначале благодарить за присутствие акима города Астаны. И мы очень рады встречаться здесь в вашем замечательном и очень быстро растущем городе. И перед презентациями наших выступающих, я бы хотел передать слово акиму Адильбеку Рискендиновичу Джакизбекову. Я надеюсь, что не страшно произносил. Спасибо вам. Сердечно приветствую вас в столице Казахстана на 8-м Астанинском экономическом форуме. Надеюсь, кто у нас впервые понравится, кто уже приезжал, тот увидел те изменения, которые происходят в нашем городе за короткий период. И мы, несмотря на сегодняшнюю погоду, с погодой у нас всегда сюрпризы, но с другой стороны, всегда вы знаете, что сердца жителей нашего города очень гостеприимные, открытые, и мы рады приветствовать всех гостей нашей столицы. Позвольте выразить уверенность, что сессия города нового поколения даст нам прекрасную возможность обсудить актуальные градостроительные тенденции, инновационные подходы к развитию городов и улучшению городской среды. Урбанистический форум имеет хорошие перспективы в качестве эффективной диалоговой площадки для самого широкого круга специалистов. Считаю, что этот потенциал надо развивать и проводить такой форум на регулярной основе. На мой взгляд, в перспективе урбанистический форум может стать одним из основных событий программы Астанинского экономического форума. Знаменательно и символично, что он получил старт именно в Астане. Молодая столица Казахстана за короткий по историческим меркам срок прошла огромный путь становления и развития. За это время накоплен уникальный опыт переноса столицы и строительства нового города. Астана приобрела свой собственный запоминающий архитектурный облик, гармонично интегрировавший творение лучших архитекторов современности. Для иллюстрации масштабов проведенных преобразований и их эффекта позвольте привести некоторые цифры. За период с 1998 года территория города увеличилась в 3 раза и составила 72,2 гектаров. Численность населения возросла также в 3 раза и превысила 850 тысяч человек. Валовый региональный продукт вырос с 727,7 миллионов долларов в 1998 году до 22 миллиардов долларов США в 2014 году, или в 28 раз увеличился. Вот уже несколько лет темпы строительства превышают 1 миллион квадратных метров жилья в год. К примеру, объем строительных работ за прошлый год достиг
2,2 миллиардов долларов и было введено в эксплуатацию 1,2 миллиона квадратных метров жилья. А для сравнения, в 1998 году мы вводили всего лишь 140 тысяч квадратных метров. Ежегодный объем инвестиций вырос в 7 раз, с 500 миллионов в 1998 году до 3,6 миллиардов долларов в 2014 году. А всего за 16 лет в Астану инвестировано более 40 миллиардов долларов США. Основу экономики города прочно занимает малый и средний бизнес. Если в 2005 году в этой сфере действовало 21 тысяча предприятий, то по итогам 2014 года это количество увеличилось в 3 раза. До 60 тысяч предприятий, на которые приходится 60% в структуре валового регионального продукта. За это время количество занятых в этом секторе экономики увеличилось в 2,5 раза, до 248 тысяч человек. В совокупности все эти изменения позволили Астане перейти на качественный новый этап в своем развитии. Недавно столица вышла на уровень самодостаточности и с этого года вошла в число доноров республиканского бюджета. Вместе с тем, достигнутые успехи – это не повод расслабиться, и мы активно продолжаем работу по совершенствованию городской инфраструктуры. В преддверии проведения международной специализированной выставки «Экспо-17» одним из главных сегодняшних приоритетов является формирование новой транспортной системы, нацеленной на повышение мобильности населения. В этой связи предстоит реализовать ряд крупных проектов, среди которых создание сети легкорельсового транспорта ЛРТ, реконструкция международного аэропорта Астаны, строительство железнодорожного и двух автовокзалов, развитие интеллектуальной транспортной системы и многое другое. Большой объем работ проводится по улучшению инженерной инфраструктуры в целях повышения качества коммунальных услуг. Это увеличение объема энергетических мощностей, модернизация и расширение тепловых, электрических, водопроводных и водоотводящих сетей, строительство новых объектов социальной инфраструктуры. При этом во главу угла мы ставим реформирование городского хозяйства на принципах экологичности, экономичности и эффективности. Как показывает международный опыт, успешная реализация этих принципов возможна на основе передовых смарт-технологий, которые открывают новые пути решения как существовавших ранее, так и возникающих вновь проблем. Неудивительно, что все более активное и широкое внедрение смарт-технологий в городскую инфраструктуру стало определяющим трендом современных концепций развития мегаполисов. В таком контексте глава государства поставил логичную и своевременную задачу о вхождении Астаны в число передовых умных городов мира. В этой связи мы разработали концепцию «Смарт-Астана», в рамках которой комплексно реализуются все инновационные проекты и инициативы по формированию столицы в качестве умного города. При этом хочу подчеркнуть, что реализация проектов «Смарт-Астана» проводится с активным привлечением инвесторов. Мы стремимся реализовать наши проекты со 100% покрытием от инвестиционных вложений. Подробнее об этих проектах расскажут на круглом столе представители, созданные акиматом города Астаны, компании «Астана Innovation», директор вот здесь находится, выступающий интегратором инновационного развития столицы. Кроме того, в ходе сессии будет представлен проект, созданный в сотрудничестве с французскими партнерами 3D-симулятор устойчивого развития города Астана Эбл. Он представляет собой виртуальную платформу, позволяющую выйти за рамки, присущие обычным моделям, и расширить область функций посредством предоставления будущей городской реальности в целях содействия процессу принятия решений государственными властями. Отдельно хочу остановиться на таком масштабном проекте, как система комплексного обеспечения жизнедеятельности СКОЖ, призванном вывести на качественно новый уровень обеспечения безопасности и стабильности в городе. В его рамках планируется, в частности, установить в ближайшем будущем 15 тысяч камер видеонаблюдения в общественных местах, на дорогах, линейных участках и перекрестках столицы. Кроме того, к этой системе планируется подключить еще 15 тысяч частных камер. Тесно связано с работой СКОЖ развитие интеллектуальной транспортной системы, которая реализуется компанией Астана ЛРТ. Она основана на единой программной платформе и включает в себя различные подсистемы. Все это позволит улучшить трафик, оптимизировать работу городского транспорта, а также в целом повысить уровень безопасности и правопорядка.
особенно актуально это в свете предстоящей через два года в Астане международной специализированной выставки «Экспо-2017», в которой, как мы думаем, посетят большое количество, несколько миллионов человек, это и гости из-за рубежа, и из других городов нашей страны. Уверен, что опыт Астаны по подготовке и проведению этого масштабного мероприятия будет интересен всем вам, как специалистам. Мы тоже заинтересованы в изучении международного опыта организации подобных мероприятий и в целом новейших разработок в области городского управления. В этой связи, на мой взгляд, было бы целесообразно создать и институционально оформить структуру, которая на системной основе занималась бы сбором, анализом и распространением лучших отечественных и мировых практик городского развития. Такой центр мог бы сформировать профессиональный экспертный пул в сфере урбанистики и в партнерстве с соответствующими международными организациями изучать процессы урбанизации в Казахстане, вырабатывать рекомендации государственным органам при планировании и практической деятельности. Предлагаю включить в итоговые рекомендации по итогам работы круглого стола города нового поколения пункт о создании в Казахстане такого урбанистического центра. Уверен, что в выступлениях наших коллег будут озвучены еще многие конструктивные идеи и рекомендации, которые мы в обязательном порядке внимательно изучим и постараемся внедрить на практике. Позвольте поблагодарить всех участников урбанистического форума за отклик на приглашение, за интерес к Астане и Казахстану. От всего сердца желаю вам всем благополучия, успехов и плодотворной работы. Спасибо за внимание. И огромное вам спасибо, Адильбек Рыскадинович. Очень интересное выступление. И, конечно, это очень подходящее место для такой дискуссии, как раз потому, что Астана развивается так, как никакой город, допустим, в Западной Европе. То есть действительно потрясающими темпами. Сложный процесс для управления, но все-таки впечатляет. Я думаю, что характерно, что организаторы нашей сессии сегодня – это Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Это для меня очень важный момент, потому что 20 лет, 30 лет назад в основном на уровне правительства целых стран городская политика определялась очень мелкими терминами. Города, в общем-то, жили своей жизнью. С точки зрения национального правительства, чаще всего они виделись как проблемой. Городская политика во многих наших странах-членах ОЭСР была фактически социальная политика для проблематичных районов или проблематичных городов. В последние годы эти понятия резко изменились. И теперь на уровне национальных правительств, государств, мы видим все больше и больше внимания городской политике в широком смысле слова. И они очень обеспокоены теперь и возможностями, и вызовами городского развития, урбанизации. И поэтому я очень рад, что министерство организовало такую панель. И я очень рад передать слово сейчас главному организатору нашей сессии, министру национальной экономики Республики Казахстан Ербалату Аскарбековичу Досаеву. Thank you, William. Good afternoon, dear distinguished participants of this forum, ladies and gentlemen. I sincerely welcome you at today's session dedicated to urbanization issues and cities development. First of all, let me express my appreciation to the mayor of Astana, Adilbek Jusibekov, Mr. William Thompson, head of the Urban Development Program at OECD, as well as representatives of McKinsey & Company, the European Bank of Reconstruction and Development, the PricewaterhouseCoopers Company, and Vice Mayor of Kazan City for their contribution to advancing the discussion of next generation cities development. Urbanization became a global megatrend that characterizes the new phase of global economic development. It is a consequence of economic processes associated with the global economy transformation. In the context of the vibrant Kazakhstan's economic development, the issues of urbanization and infrastructure related social services are of particular relevance, and their
improvement becomes a key factor of the overall balanced economic development. Modern cities have to become the driving force of the development by connecting people, helping them to benefit from the mobility, improving communication, and enhancing economies of scale. In order to dynamically respond to changing economic conditions, it is necessary to reconsider the approach toward development of cities. President Nursultan Nazarbayev, in his annual address to the nation, has set out an ambitious long-term goal for Kazakhstan in Strategy 2050 to become a top 30 developing country in the world. It indicates that the dynamic development of the infrastructure triad, agglomeration, transport, energy, is an important objective taking into consideration the country's vast territory and low population density. In 2013, for realization of this strategy, we adopted the conceptual framework of entering to the top 30 most developed countries in the world. One of our concept priorities is to establish the world-class cities and conduct managed urbanization. We aim to increase the level of urbanization up to 70% by 2050 from current 55. In 2014, Astana City adopted the conceptual framework of joining the top 10 best cities of the world by 2050. The long-term priority of Kazakhstan to join the 30 most developed countries prescribes the capital city to develop as a center of knowledge-based economy. In order to put the capital city under this transformation, we should rapidly implement innovations, advanced information technologies, as well as execute major infrastructure projects in the Astana agglomeration. Currently, Astana City is the center of the service economy with a population around 850,000 people, increasing by 3 times since its establishing in 1998. The volume of the service provided amounts to 834,000 tenge per capita and makes Astana number one in the country of these terms. One of the major projects implemented by transforming Astana into a smart city is the Smart Astana project, which is based on the best international practice and technologies, and I guess all the guests will enjoy for the project, and team who are working right now for this project will explain how their vision for Astana development soon. Moreover, for the realization of our long-term vision indicates in the strategy 2050, the regional development program until 2020 was introduced. The priorities of this program include the support of economic growth, centers through creation of essential conditions for the residents, the establishment of appropriate engineering, manufacturing, and business infrastructure. The program divides settlements into 3 major categories. The first, the centers of agglomeration consisting of Astana, Almaty, Shymkent, and Aqtobe cities. The second category includes regional centers, and the last category includes a group of monocities. The country's territorial development based on hub principle with the establishment of cities as centers of gravity in the macro regions should form a single market and become one of the policy options reducing regional disparities. In this context, bringing new ideas and investment, creating the image of a business, financial, scientific, and educational center of the entire Central Asian region are the main objectives of the capital city by 2050. Hub cities like Astana, Almaty, Aqtobe, Shymkent will be the centers of concentration of capital, resources, and advanced technologies. In these cities, a world-class service industry and human capital will be developed. These cities will have to complete their metropolitan areas within the Eurasian space. Hub cities are designed to attract population from rural areas and hence contribute to the rapid urbanization. If you know, that by statistic, 33.7% of our population lives in the rural area. And exactly, if we are talking about the urbanization, what we want to see by 2030, maybe 50, exactly, we want to all this, some part of this population in this our the main hub cities, but we should prepare the all infrastructure of the cities for such movement. It's maybe the, I don't know when it happened before in the Soviet Union time, but it will be the first time in our history after 24th year of our independence. Increased urbanization, the formation of large cities will be ensured the efficient use of human capital by providing educational, informational, and transport services of higher quality, greater competition in creating interactive environment for foreign and local investors.
We shall understand that successful urban development is a complex task that requires joint efforts of experts from a variety of related fields. Those ideas and recommendations will be developed today by roundtable participants are of interest and useful for local government offices, especially for mayor of Astana, and for us. Sustainable urban development in this century is a key of country's competitiveness, and we need more venues for our discussion of these issues and decision-making. Today, I wish you an interesting and productive discussion of urban development. Thank you very much for your attention. And once again, please, as Mayor said, it's for the guests who are visiting Astana first time, please don't look at them, because right now the outside is more shining than in the morning. But who came back again, it's a welcome in our this friends, and please enjoy this for your stay in Astana. Thank you very much. Огромное спасибо. Я вот долго думал о том, на каком языке говорить, и после этого я стесняюсь говорить по-английски, потому что я боюсь, что господин министр говорит лучше меня. Я бы хотел открыть наш разговор сегодня с некоторыми замечаниями по поводу масштаба нашей тематики, потому что это очень-очень большая тема. Я бы сказал в первую очередь, что если прогнозы более-менее корректные, прогнозы ООН и других таких организаций, то 21 век – это последний век урбанизации. О чем я говорю? Судя по прогнозам ООН, городское население мира повысится до 2050 года на 2,5 миллиарда людей. Уже в середине всего века городское население мира будет больше, чем все население мира в начале века. А если прогнозы более-менее корректны, я понимаю, что это огромное «если», то к концу всего века думают, что население мира будет на уровне 10 до 11 миллиардов, и городское население будет более-менее стабильным на порядка 85%. Значит, 8,5 миллиардов людей в наших городах. Что означают эти просто потрясающие цифры? Во-первых, это может быть последний век процесса урбанизации. Не последний век, в котором живем в городах, но конец процесса, потому что человечество начало жить в компактном, перманентном местах более-менее 10 лет назад. А в течение 100 веков мы урбанизировали 3,5 миллиарда. В ближайшие 90 лет, 85 даже, это будет еще 5 миллиардов. И те решения, которые мы принимаем, когда мы управляем этим процессом, будут долгосрочными решениями, потому что вопросы о решения по урбанизации очень долгосрочные. Например, я живу во Франции, у нас еще римские дороги. Города Италия существуют до сих пор там, где римские легионы построили свои временные военные базы. В Китае, я в последние полтора года очень много работаю в Китае, в основном, конечно, урбанизация недавно произошла. Но все-таки в Китае очень древние города, и в центре таких городов фактически центры определяются книгой, которая называется «Обряды Жоу». Это учебник по городостроительству, который был написан 2500 лет назад. И до сих пор центры многих китайских городов отражают эти решения. Что это означает? Это означает, что если мы принимаем те решения, которые нужны, то мы поможем жить человечеству на тысячу лет и дальше. То есть мы просто не видим конца. Но наши ошибки тоже останутся. Если, например, вот необратимость таких решений означает, что если мы создаем сегодня формы городов, которые очень зависят от
углеродного топлива, от автомашин и так далее, то последствия и для экономического развития, и для охраны природы будут страшны. С другой стороны, тот факт, что нам придется построить столько же новых городов или новых районов существующих, означает, что у нас огромные возможности для инноваций. Потому что некоторые вот меры реформы, которые были бы просто неприемлемы в существующем городе или крайне дорого, могут оказаться достаточно экономично и реально там, где строить снова. Поэтому я очень рад, что у нас в панели здесь сегодня два выступающих, которые действительно куда лучше меня, наверное, разбираются в вопросах развития городской инфраструктуры. И особенно в развитии той инфраструктуры, которая нам нужна на будущее. У нас Екатерина Мирошник от Европейского банка реконструкции и развития, которая является директором по инфраструктуре в России, Средней Азии и Монголии. И Джереми Оппенхайм, глава Head of Global Sustainability and Resource Productivity Practice. Даже не пытаюсь переводить, но главное, что он работает с McKinsey, очень известная компания. И он является одним из авторов доклада «Лучший рост, лучший климат» «Better Growth, Better Climate». Есть экземпляры здесь сегодня, я их видел. Я прочел этот доклад в прошлом году, и я могу его рекомендовать всем, которые интересуются этой тематикой. Я уже сказал, что появление новых городов или новых районов существующих открывает очень многие возможности. Когда мы говорим о тех цифрах, которые я цитировал недавно, речь идет о 625 городов Нью-Йорка. Либо построим 625 новых Нью-Йорков, либо, не обращайте внимания на слайды, я об этом не говорю, либо удвоим или утроим все наши города. Конечно, это будет смесь. Будут новые города, будет рост существующих. Главное, что вот эти новые конструкции дают нам такие возможности для инноваций. Я даю просто один простой пример. Мои коллеги в Париже, которые очень занимаются развитием энергетических технологий, мне уверяют, говорят, что сейчас существующие уже на сегодняшний день технология позволяет построить новый город, который не потребляет ни угля, ни бензина, ни нефти. И это будет не дороже, это будет исключительно на газ, даже транспортного парка, который может состоять из gas-fired vehicles, транспортные средства, которые работают на природном газе, это будет не дороже, чем более стандартный вариант. Это было бы абсолютно невозможно в Берлине, в Париже, в любом городе в Америке, потому что там инфраструктура есть, там парк машин есть и так далее. Это один простой пример. И очень важно заметить, что когда определенные города типа Астаны делают что-то новое, они могут показывать всем, что определенные варианты реальны, и даже прибыльны, и выгодны. И поэтому вот такая инновация потом способствует формированию консенсуса вокруг более серьезных реформ в уже существующих городах. Некоторые направления государственной политики, типа тарификация для перегруженности транспортных сетей, новые формы общественного транспорта, они будут куда легче ввести в новых городах. Но потом, я думаю, это поможет распространять эти практики. И необходимость распространения лучшей практики в области городской политики, городостроительства
тоже очень важная тема, и у нас два выступающих сегодня, которые очень хорошо могут освещать эту тему. Во-первых, из города Казани в России у нас заместитель вице-мэр Иван Владимирович Кузнецов, который тоже является сопрезидентом объединенных городов и местных властей, UCLG для меня. Это огромная международная организация, которая объединяет массу городов и муниципалитетов, местных властей во всех странах мира. Мы в ОЭСР очень тесно с ними сотрудничаем. Это очень ценное сотрудничество для нас. И я рад сообщить, что Астана вступает в организацию и я думаю, что опыт развития Астаны будет на самом деле очень интересен многим членам этой организации. У нас, поскольку вот коллега там из McKinsey сидит, конечно, у нас обязательно коллега от PricewaterhouseCoopers, равновесия ради, Рахул Гупта является партнером в Public Service Practice в Вашингтоне, уже поработал несколько лет с городом Астаны. И он будет обсуждать роль рейтингов городов и как они могут помогать, показать и распространять лучшую практику, особенно с особым акцентом на рейтинг Cities of Opportunity, города возможностей, который подготовится PwC. Не боитесь, я заканчиваю. Но я бы хотел вот теперь говорить об этом. Потому что наши правительства стали интересоваться развитием городов куда больше, когда поняли настоящую важность, реальную важность развития городов в развитии всей экономики. И в последние годы все говорят об агломерационных процессах и экономических выгодах от агломерационных процессов. Что мы здесь видим? Здесь мы видим очень ясную картину отношения между городским развитием и экономическим развитием. И там огромное пустое место слева и вверх. Фактически это нам говорит о том, что никакая страна не стала богатой без урбанизации. Чтобы добиться очень высоких уровней доходов населения на душу населения, необходимо все-таки развивать города. Но мы видим также вот справа и ниже, что это не автоматический процесс. У нас много стран, слишком много стран с очень высоким уровнем урбанизации, 80%, 85%. Но там мы не видим вот этих экономических выгод с точки зрения производительности труда и рост доходов на душу населения. Почему? Потому что много зависит не только от факта урбанизации, очень много зависит от качества урбанизации. Нам нужны города, которые функционируют очень хорошо как социально-экономические системы. Во многих странах мы видим очень крупные города с очень высокой плотностью населения, но транспортная инфраструктура плохо работает. Рынки труда фрагментированы. Качество воздуха действительно оставляет желать лучшего. Уровень образования тоже, и так далее, и тому подобное. Это огромная конурбация очень часто реально не являются городами. В том плане, что не функционируют как целые системы. Значит, ключевой момент, если мы хотим реализовать экономический потенциал урбанизации, это создание городов, которые действительно хорошо функционирует как
экономические и социальные системы. Что это означает? Во-первых, это означает, что вопросы градостроительства, организации общественного транспорта, планирования использования земель, вопросы, которые очень часто как-то вот не находятся в поле зрения разработчиков экономической политики, имеют очень важные экономические последствия. Это экономическая политика. Второй момент. На более высоких уровнях экономического развития выгоды агломерации с точки зрения производительности труда зависят все больше и больше и больше от человеческого капитала и так называемой мягкой инфраструктуры, от сети, от навыков, от творчества вот, городских жителей. Это не просто плотность там заводов или физической инфраструктуры. Для начала, конечно, это очень важно. Но для стран с очень высокими доходами очень важно понять, что развитие местного рынка труда, человеческого капитала и так далее имеет очень важную роль в реализации экономических выгод агломерации. А вот третий момент, и на этом я заканчиваю. Необходимо управлять городами как, ну, необходимо управлять реальными городами. То есть там, где мы находим городские агломерации, которые состоят из десяток, и даже, например, Чикаго. Я работал несколько лет с городом Чикаго. Но в самом городе живут, если не ошибаюсь, да, 2 700 000 человек. Это вот Чикаго, это тот участок, за который отвечает мэр Чикаго. На самом деле, это городской регион 10 миллионов, и там мы считали 1700 местных властей разных уровней. 1700. И они друг друга не любят, друг с другом не сотрудничают, наоборот, они видят только конкурентов очень часто. Но на местном уровне, понятно, они все хотят, вот, чтобы инвестиции пришли сюда, а не туда. Но если смотреть на глобальном уровне, конкуренты Чикаго – это другие большие конурбации мира. Это Нью-Йорк, это Лос-Анджелес, Роттердам и так далее. Им абсолютно необходимо понять, что определенные проблемы, особенно представление там общественного транспорта, развитие транспортной инфраструктуры, планирование использования земель, такими вопросами должны, такие вопросы должны решаться на уровне реальной агломерации, потому что когда нет необходимого сотрудничества, мы видим такие искаженные результаты. Даже тогда, когда, в принципе, мэры и городские власти, они знают, что делать, они принимают, в принципе, верные решения, но отсутствие сотрудничества означает, что там просто вот совершенно искаженные, неожидаемые последствия. Поэтому эффективная координация на уровне реального города, которые определяются людьми и экономической деятельностью, который не определяется просто административными границами, это необходимо. И здесь чаще всего национальное правительство имеет очень важную роль, потому что способствовать такой координации очень трудно на местном уровне. Очень часто вот им необходима помощь сверху. На этом я остановлюсь. Извините, если слишком долго. Ну, кажется, что с временем все нормально. У нас очень-очень богатая программа, несколько выступающих, и потом в конце вот первой части нашей сессии будет презентация симулятора 3D города Астаны от Мишель Папалардо.
который работает с Министерством иностранной торговли Республики Франции. Но в первую очередь я бы хотел передать слово первому выступающему Джереми Оппенхайм. Спасибо. It's a great honor to be here with everyone today, and thank you so much for the invitation. It is my first time in Astana, and I'm looking forward to coming back here more often. I think what I would like to do today is to share with you very briefly the work that I did last year in my role as the Global Program Director of what is called the New Climate Economy Project. And that project was set up by a number of countries and was an independent commission that aimed to explore the question of how do we combine the kind of economic growth that we want to see in the world with taking serious action on climate. Is it possible to combine the two? Or are the two of the economic growth that we want to see and stabilizing climate, are they somehow in such deep conflict that you can't bring them together? And we found ourselves focusing much of our attention on cities and on the role of cities and the role that they play in driving economic growth on the one hand and in their environmental consequences on the other. So my hope is that what I'm going to do with you over the next seven, 8 minutes is just to share with you some of what we learned last year in terms of the potential that cities offer and also the challenges that they offer. I mean, it is too easy just to, if you will, have the positive story, which is potentially there, without grappling with some of the really tough practical challenges that I suspect the mayor of Astana has to deal with every single day. So just to remind, I think we've seen, in a sense, this story already, but I do want to make one point very clear. In all the work we've did, there has always been an understanding that urbanization and the rate of urbanization is correlated or associated with levels of economic development. But I think what we're understanding more and more is that it's not just correlated, but that urbanization done well can help drive economic growth and development. And the reason that urbanization done well can drive economic growth and development is very, very straightforward. And that is because urbanization done well is a driver of innovation and productivity through the economy. And provided that the cities are higher productivity locuses of economic activity than if you will, other sectors, then what you find is that those cities ought to drive economic growth through time. And the process of urbanization, right, as we shift from a non-urban to a more urban model, provided that those cities are high productivity, can drive the underlying economic growth rate. And ministries of finance are beginning not only to understand that, but are looking to see how to model that much more systematically in the way in which they think about clusters and agglomeration effects and those drivers and engines of economic growth. And so clearly for a country like Kazakhstan, in its pursuit of becoming a top 30 country in the world, the approach that Kazakhstan takes to urbanization is not just a sort of a nice to have within the overall economic strategy. Our hypothesis is that it can be a central feature of what it will take for Kazakhstan to go from being a middle-income country to being a high-income country over the next 15 to 20 years, during which the processes of urbanization will be so central to the way in which this country, both economically and as a society, develops. Now, one of the things that our research shows is that not all urbanization is equal. I think this was referred to earlier. Some urbanization does drive growth and productivity, but much of the urbanization over the past 20, in fact 50 years, has not been of that variety. Too much of it is what I would call low productivity urbanization, and that is the risk that countries and cities need to confront over the next 15 years, where we're going to see a phenomenal
rate of urbanization. We will see a billion people move from the countryside to cities, right? 60-70 million people every year over the next 15 years. So the question is, how do we make sure that it's high productivity urbanization and not low productivity? And let me just give you some of the examples of low productivity urbanization that the work of the New Climate Economy Team, and this is the report that we present, that we developed called Better Growth and Better Climate, which is available on websites and the like. But let me just give you some examples of the specific quantitative challenges that are associated with bad urbanization, so that we walk into this with our eyes wide open. First, we see huge, huge costs associated with urban sprawl, cities that just keep on growing horizontally, right, in an unstructured and poorly planned way. And when we looked at the United States and we did the numbers on the United States, right, the cost to the United States economy annually of urban sprawl is estimated at over $400 billion a year. So these are huge costs associated with extra transport costs, extra pollution costs, extra congestion costs, extra public health and safety costs, very significant traffic accident related costs. The bigger the city, the more the sprawl, the higher the traffic accident numbers are, and those are huge costs to the economy when you start adding them up. So $400 billion a year in the United States. We see catastrophic, and I say that, I never use exaggerated language, right? But you see catastrophic costs associated with urban air quality. And you know, air pollution today is estimated to cost the equivalent of over 10% of GDP in China. It's estimated to cost over 4% even in a country like Germany. And when we do our estimates, and they are back of the envelope estimates for Kazakhstan, we see the number of about $2.5 billion of GDP being at risk associated with air quality problems in the cities. Right? So urban sprawl drives problems with air quality. It's not the only thing, but it's a primary driver, and it has huge hidden costs that are captured somewhere in the system, either by worse health outcomes or direct health costs into the health system. We see lots of cities growing up on the basis of informality, low quality housing, low quality jobs, low quality public services, and the costs of that informality are also very, very high, not least through making it really hard for urban dwellers to access the jobs and the education that they need to invest for a better future. Those cities with huge informal sectors are not, frankly, the cities of the future, but they are a very large part of the urbanization phenomenon that's going on at the moment. And the truth is, we also see very, very bad urban planning across the world. We see massive urban highways designed around sprawl and motorization, the use of car as the way to get round. And it's wrong from first principles, and it's also wrong in terms of the technological options that are opening up across the world. We are living at the cusp of an astonishing era of shifts in urban mobility patterns. And cities that are looking to the future will look to embrace not just a set of new technologies in the kind of sense of Uber and autonomous vehicles, but a culture and a way of living that embraces a very different approach to mobility, which is at the very heart of urban productivity. So we think that there are enormous shifts that are about to take off. There will be shifts in patterns of urban mobility that will transform the way in which whole cities and ecosystems around those cities operate. And they are going to happen faster than you think. They're not going to happen over 30 years. They will happen over the next 10 to 15 years. And we would strongly encourage any country that is going through a rapid burst of urbanization to think through how to, if you will, not just future-proof the cities in terms of the technologies that are emerging, right, but
to embrace them in the very patterns of, and the structures and the governance systems of urban design and urban living. So what are the key characteristics of how we would think about the cities of the future? And much of this, I think, is captured in forms of, if you will, smart city. But one thing I would say is that sometimes the association of smart cities is with the hardware and the kind of the smart software and the algorithms. Our view is that the really smart cities will go way, way, way beyond that. Right? And they will be designed on the following principles. First of all, we see them being designed on principles that are aligned with the real drivers of urban productivity. So we believe that the cities of the future that will be competitively advantaged, that will attract the best talent, which is really what drives urban productivity, those cities will be based on denser patterns of urban evolution. They'll be based on mixed-use design principles that allow for people to live and work in the same neighborhood. Those principles, well applied, will effectively reduce the time that's lost to commuting and will help to make sure, frankly, that the urban economy is much more circular, that money made in the city is spent in the city. And let me just, I'm going to move to, if I can, I think I have one slide that I wanted to put up. This is the choice, right, in terms of design principles. You can either go for a world of Atlanta, right, or for the same population, you can go for the world of Barcelona, with not only a radical difference in terms of the urban and environmental footprint, but if you are in Barcelona, if you are in Atlanta, a typical median household, spends 15 to 20% of their budget on transport. And that is before accounting for time spent in commuting and all the other associated costs. If you are in Barcelona, you spend 5%, a third of that amount on commuting. And you have much more time. And you live a different life. And for cities that are going through rapid growth spurts, there's a choice. The next 15 years are a fundamental choice. So we see this focus on a very different design principle for the urban form. We see a very strong focus on integrated transit systems, essentially facilitating multimodal journeys that blend different forms of transport together and create, frankly, disincentives for private car use. And they will be facilitated by the new technologies that become available. And just to give you one small fact, a typical car in the Western world, right, is used 6% of the time. So what happens is that we spend literally trillions on capital that we invest, and it is the lowest productivity asset that any household actually holds. 6% of the time. The other 94% of the time, the trillions of dollars that we invest in cars sit by the side of the road. Third, we will see much more emphasis, I think, on green districts. And these are districts not just for high-end residential neighborhoods, by the way. This is not just the top end of the spectrum. We see this as a pervasive approach. And we see this as effectively a set of technologies and choices about urban development and design that allow for much, much more effective use of resources. And that will include microgrids and district heating and cooling systems and permeable pavements and grey water systems and a focus on planning that facilitates access to public transport and encourages street life. It encourages a different way of urban living. So we see a huge emphasis. If you want to attract top talent, develop those green districts for everybody. And then last, we see shifts most fundamentally in the governance and financing models. You can have all the technology you like, and you can have fantastic, green districts and multimodal transport systems. At the heart, great cities have really world-class approaches to governance and to the transparency with which data is provided to citizens, enabling citizens to have access
to a much deeper appreciation and understanding of the way in which their city really operates, and for them to become, as the word suggests, citizens, real citizens of the 21st century. And that, my friends, is what will be at the heart of the successful 21st century city, because they will be inhabited by 21st century citizens that can really participate in all aspects of the life of the city and be full members of that society, including the way in which it's governed. I think that opportunity is available here in Kazakhstan. I sense it in the ambition and in the tremendous forward thinking that goes on here, right? This is a very, very ambitious country, not just about physical planning and investment, but about the development of people and society. And I absolutely would encourage and embrace the way that you're trying to take this forward. And with that, I'm sorry for overspeaking, but I hope that gave you at least a flavor of how we think about the cities of the future that can deliver astonishing growth, that can deliver phenomenal environmental outcomes, and most fundamentally, are places that really, that people want to live and work and bring up their families. Thank you. Спасибо большое, Джереми. Я сразу передаю слово Екатерине Мирошников из Европейского банка реконструкции и развития. И прошу выступающих, пожалуйста, коротко, потому что иначе съедим время для Мишеля в конце нашей сессии. Спасибо большое, Вильям. Спасибо большое организаторам этого форума, правительству Казахстана за возможность выступить. Меня зовут Екатерина Мирошник, Европейский банк реконструкции и развития. Мы давно работаем в Казахстане, вот, и в целом, в принципе, в регионе. И хотела бы вот подчеркнуть, что, конечно, мир движется как бы к повышению как бы уровня урбанизации, и в то же время растет нагрузка на инфраструктуру. И хотела бы вот несколько слов сказать о том, как мы видим, что нужно делать с инфраструктурой. Моя презентация, в общем, она в первую очередь посвящена тому, что происходит у нас в регионе. Это как бы касается и Казахстана, и Средней Азии. Конечно, как бы растет население, как бы растет нагрузка на инфраструктуру. Вот. Но поскольку как бы последние лет 20 очень мало было инвестиций, то, конечно, мы видим ухудшение качества услуг, мы видим огромные потери как бы в сетях, если мы говорим о воде и о теплоснабжении. Мы видим отсутствие каких-то корпоративных стратегий на уровне предприятий коммунального сектора, высокое энергопотребление практически повсеместно в регионе. Вот. Ну и, к сожалению, как бы достаточно низкий уровень тарифов, который не позволяет как бы и реабилитировать, модернизировать инфраструктуру, а также строить новую. Вот. Конечно, как бы есть решение. На наш взгляд, это коммерциализация инфраструктуры. Как бы это достижимо, и в Казахстане в том числе есть примеры очень успешные. В первую очередь это водоканал в городе Шымкенте, как бы, который называется ТО «Водные ресурсы маркетинг». Это одно из первых предприятий в регионе, и даже, я бы сказала, даже в более крупном регионе, включая, наверное, даже Российскую Федерацию, которое как бы стопроцентно поставило счетчики для населения, они были первыми. И несмотря на достаточно низкий уровень тарифа, они смогли очень много провести как бы инноваций, внедрить, провести очень много инвестиций, вот, и на наш взгляд является одним из передовых предприятий в секторе. В настоящий момент уже 3 проекта с ними сделано. Кроме Шымкентского водоканала, также достаточно успешно ведет работу в регионах, в Казахстане, это группа компаний «Цатек», мы также с ними работали в Петропавловске, в Павлодаре, в Кибастузе. Что делать нужно, чтобы решить как бы вопросы коммунальной инфраструктуры? В первую очередь, это, конечно же, нужно больше инвестировать. И здесь, конечно, вопрос к правительству вот, тех или иных стран, как бы могут ли они выделить деньги, а также как бы, каким образом эти деньги привлечь. Хотела бы обратить внимание на очень интересное решение, которое в Казахстане здесь произошло около года назад, когда и региональное развитие, бюджетное планирование и регулирование сектора было передано в одни руки, то есть в рамках Министерства теперь национальной экономики. Это позволяет, как мне кажется, с точки зрения государства, лучше регулировать, контролировать инвестиции в сектор и, в общем, доводить инвестиции до конечных получателей. Как мы видим повсеместно, опять же, в регионе, какая проблема? Нужны инвестиции примерно на средний город, где-то около 100 миллионов нужно в ближайшие 10 лет вложить. А обычно мы, как Европейский банк, смотрим на приоритетную программу инвестиций в ближайшие там, 2-3 года.
И такие, в общем, такая программа стоит обычно 20-30 миллионов, ну, на каждый средний город. В маленьких городах, конечно, поменьше, там, соответственно, как бы с количеством населения, опять же, территории, которую эти города занимают. Конечно, иногда бывает, что сети достаточно длинные, требуются большие инвестиции. А обычно какие эффекты бывают от программы приоритетных инвестиций? Это, безусловно, снижение потерь в сетях, это повышение, снижение потребления электроэнергии, иногда это снижение потребления. Опять же, все зависит, если мало приборов учета, то, конечно, там очень могут быть большие результаты по снижению потребления. Если приборы учета есть, то снижение небольшое, около 10-20%. Вот. Ну и, конечно, как бы в результате таких программ государство, в принципе, регуляторы достаточно как бы видят инвестиции и готов повышать тарифы, и, конечно, компания сможет покрыть затраты свои. Что касается как бы работы нашего банка в Казахстане, то мы достаточно много инвестируем, то есть выполняем вот эту первую часть того, что нужно делать. Как бы начали в 2009 году с 5 миллионов долларов, это первый был наш проект. На сегодняшний день около 200 миллионов уже проинвестировано. Вот. В основном, конечно, инвестиции пошли на городской транспорт. Как бы очень много мы работаем с алматинским акиматом, и вот были запросы именно по газовым автобусам, это вот к слову об экологичности этого вида транспорта. Потом протиражировали мы такой же проект в Кызылорде, и вот буквально полтора часа назад подписали очередной проект по городскому транспорту с акиматом области города Павлодара, ну, правда, по трамваям уже, но тоже все-таки электрический транспорт, если видите, тенденция такая на экологический вид транспорта. Вот. Поэтому, в принципе, работа идет, и вот с астанинским акиматом мы также сотрудничаем, возможно, тоже будет проект по городскому транспорту в ближайшее время. Вот. Конечно, в Казахстане есть определенные сложности, которых нет, скажем так, в других странах, поскольку во многих, ну, в принципе, в регионе в нашем, где мы работаем, мы напрямую работаем с муниципалитетами или с региональными властями, которые имеют право занимать и, собственно, инвестировать. В Казахстане бюджетный кодекс ограничивает вот, региональные и местные органы власти, поэтому мы пытаемся работать напрямую с предприятиями коммунального сектора, но, тем не менее, в тесном сотрудничестве с акиматами. Кроме инвестиций, что еще нужно? Это, безусловно, проводить реструктуризацию сектора. Ну, опять же, в рамках наших проектов мы помогаем очень много через средства технического содействия, через гранты консультантами на разработку бизнес-планов, внедрение системы современного учета, в том числе финансового, операционного, вот, и на различные меры корпоративного управления. Без этого, как, конечно, коммунальный сектор, он дальше развиваться не будет. Это обязательно нужно делать, но мы видим очень большую задержку вот в этом развитии. Ну, опять же, вот повсеместно в регионе, это и Казахстан, и Средняя Азия. То есть проблемы, они, в общем, похожи. Ну и тоже в России тоже самое практически. Кроме этого, что еще нужно делать? Опять же, на наш взгляд, это внедрять сервисные контракты. Их по-разному называют, договоры на оказание услуг или там контракты на предоставление услуг. Вот. Но суть одна и та же, это как бы некие контракты между предприятиями коммунального сектора и местными или региональными органами власти, где органы власти заказывают услугу, соответственно, производят оплату или там гарантируют какой-то тариф, а также выставляют какие-то требования к предприятию, особенно к руководству этого предприятия. Это мировая практика, такие контракты работают во многих странах Европы. Вот, и, конечно, нам бы хотелось видеть внедрение такой практики в регионе. Мы со своей стороны, когда работаем с предприятиями коммунального сектора, мы всегда требуем, то есть это является одно из требований как бы банка, внедрять такие контракты. То есть мы как бы, в общем, снизу пытаемся их внедрить. Но, конечно, мы бы хотели видеть и сверху, с точки зрения, как бы с уровня правительств, внедрение таких вот сервисных контрактов в регионе. Это могут быть и контракты, в общем-то, ну, в основном с муниципальными предприятиями, но также на базе этих контрактов потом уже можно будет работать и с частным сектором. Еще что нужно делать, чтобы улучшить и коммерциализировать инфраструктуру? Это, конечно, повысить качество регулирования сектора. Как бы мы выступаем за долгосрочные тарифы в первую очередь. Вот. И мы знаем, что Казахстан сейчас как бы пытается ввести 5-летние тарифы. Это очень такой хороший шаг вперед. Конечно, хотелось бы видеть еще более длительные тарифы, 10-летние, 15-летние, потому что такие тарифы, они позволят привлекать инвестиции в сектор. Длинные инвестиции, длинные деньги, поскольку, как мы все с вами знаем, инвестиции в городское хозяйство, они окупаются достаточно долго, и 2-3-летним, конечно, кредитом невозможно, в общем, это профинансировать. Кроме регулирования сектора,
Что еще? Конечно, привлечение частных инвестиций. И здесь как бы я говорю не только про коммерческие банки, а про частных инвесторов и внедрение форм ГЧП. Как нам кажется, для крупных городов концессии это, наверное, решение. Единственное, они занимают время и деньги, чтобы их подготовить. Вот для более малых городов, возможно, какие-то другие формы ГЧП, то есть не полные концессии, а, может быть, какие-то промежуточные варианты, это как бы договоры на управление или, может быть, на аренду каких-то активов. Вот. Но, в принципе, это тоже как бы путь вперед. Но, опять же, любой частный инвестор, он готов будет прийти и проинвестировать, если будет понимание долгосрочного регулирования сектора, а именно вот этих вот долгосрочных тарифов, как бы понятной формулы какой-то тарифной. Конечно, очень важно в отношении тарифов упомянуть то, что любое повышение тарифов обычно вызывает определенную реакцию у населения, у конечных потребителей. Вот. И опять же, в рамках наших проектов мы всегда смотрим на доступность тарифов для населения. И социальный аспект, он играет очень важную роль. Что мы бы, опять же, хотели бы попросить правительство и местные, как бы в Казахстане и в регионе, это, конечно, обратить внимание на адресные субсидии, потому что решением здесь является только адресное субсидирование, потому что иначе как бы вопрос, в общем, не решить. Тарифы поднимать нужно, и только через адресные субсидии, через помощь… Екатерина, прошу. Да. Завершаю я уже мое выступление. Вот. Какие инструменты мы можем предложить Европейский банк? Мы обычно работаем с городами по финансированию 2-3-летних программ, приоритетных программ, которые дают такой быстрый эффект. Вот, и, конечно, готовы работать со всеми городами в Казахстане и в Средней Азии. В Средней Азии мы работаем под суверенные гарантии, вот, но в Казахстане работаем без суверенных гарантий. Спасибо за внимание. Спасибо. Извините, просто у нас такие ограничения по времени, мне дают сигналы тоже. Теперь сразу передаю слово Ивану Владимировичу Кузнецову, вице-мэру города Казани. Dear ladies and gentlemen, thank you. Thank you very much for this opportunity to be here with you. To be honest, from the moment we stepped out from the plane, we felt the hospitality of Astana, of people. And I would like to thank the mayor of Astana and minister. Thank you very much. I would like to switch into Russian right now. Уважаемые друзья, разрешите поприветствовать вас в лице все города, идущие по пути развития экономики, культуры, демократии, все местные власти, способствующие расцвету своих территорий и повышению качества жизни своих граждан. Позвольте от имени всех участников поблагодарить за теплый прием и безупречную организацию нашей сегодняшней встречи, наших дружелюбных хозяев и лично министру национальной экономики Ербалатову Аскарбековичу и, конечно же, господину Акиму Адильбеку Раскельдиновичу. Казахстан – это сердце Евразии. Здесь переплетаются древность и современность, традиции Востока и технологии Запада. Экономика Казахстана – крупнейшая экономика в Центральной Азии, вторая экономика постсоветского пространства. Статус города в Казахстане имеет более 80 населенных пунктов. Большинство из них – города с развитой, добывающей и обрабатывающей промышленностью. В 2014 году исполнилось ровно 10 лет с момента учреждения Всемирной организации Объединенных Городов и местной власти и ее евразийского отделения. В течение всех 10 лет Всемирная организация всемерно проводила решение городских проблем на международном уровне. ОГМВ всецело поддерживала деятельность евразийского отделения. В результате нам удалось достичь определенных успехов в области евразийской интеграции на уровне местных властей и в мировом сообществе. Конгрессы, конференции, семинары, проводимые в разных городах Евразии, давали возможность мэрам городов, специалистам в области городского хозяйства обмениться опытом решения проблем городского развития. На встречах мэров городов Евразии вырабатывались единые позиции, которые доводились до сведения Всемирной организации и способствовали укреплению авторитета Евразийского регионального отделения ОГМВ на международной арене. Евразийское отделение стало важным партнером ООН на работе с местными властями в евразийском регионе. Благодаря нашей деятельности достижения многих городов региона получили признание ООН, а главы некоторых городов избраны в консультативный совет ООН по вопросам местного самоуправления. В результате проблемы местных властей широко обсуждается на всех уровнях, цель устойчивого городского развития включена в глобальную повестку развития ООН.
Основные принципы сотрудничества ООН «Хабитат» и Евразийского отделения имеют цель обеспечения планирования, управления и устойчивого развития населенных пунктов, а также защита прав граждан в жилье в соответствии с проводимой ООН «Хабитат» глобальной кампанией по обеспечению права на жилище. Укрепление органов местного самоуправления посредством содействия в подготовке кадров и поддержки эффективной децентрализации. Устойчивое финансирование жилищного сектора и городского развития. Партнерство между государственным и частным секторами в развитии городской инфраструктуры и управления. На сегодня Евразийское отделение является главным двигателем развития общественной дипломатии на евразийском пространстве. Евразийское отделение представляет собой геополитическую общность с единым языком межгосударственного и межэтнического общения, общей историей, общим менталитетом и взаимно интегрированной экономикой. Рост эффективности Евразийского регионального отделения позволяет говорить об огромном потенциале нашей организации. В этой части мира, которую мы с вами называем Евразией, мы, страны и города, представляем собой общность с единым языком межгосударственного и межнационального общения, с общей историей, схожим менталитетом, интегрированной экономикой, то есть мы, местные власти Евразии, за создание единой евразийской общности. Мы регулярно проводим консультации с руководителями местных властей, все муниципалитеты едины в своем стремлении совместно реализовывать задачи ОГМВ. В нашем отделении всего 12 стран, но зато они представляют 1/6 часть суши. Территориально это больше, чем любое другое из отделений ОГМВ. Здесь проживают, коллеги, 300 миллионов жителей городов и поселений, чьи интересы мы представляем. Для нас очень важно иметь свое представительство в ОГМВ, чтобы наш голос был услышан, и мы имели возможность выражать свои взгляды и позиции. Мы постоянно растем качественно и количественно. За прошедшие 4 года нами были организованы и проведены 44 конгресса и конференции в разных городах Евразии, а также 22 семинара, подготовлено более 220 докладов и выступлений, организовано около 200 визитов и поездок по обмену передовым опытом. Прошлый год был ознаменован посещением президентом ОГМВ, нашим другом Кадиром Топбашем, обширных территорий Евразии. Нам была оказана большая честь, его делегация посетила Поволжье, Дальний Восток, Восточную Сибирь, где встречалась с руководителями местных властей этой части мира. Этот визит, несомненно, значительно укрепил авторитет ОГМВ и дал толчок для вступления новых городов в нашу организацию. Сегодня в нашем регионе активно идут процессы евразийской интеграции, которые востребованы всеми и жителями наших городов, и сел, и бизнесом, и политическим руководством. Интеграция способна убрать ненужные препоны в общении, в экономической жизни, облегчить ведение бизнеса между разными странами региона и, что самое важное, позволит добиться мира и согласия между странами и народом. Уверен, это возможно. На этом форуме я представляю не только Евразию России, но и Казань, город с миллионным населением и тысячелетней историей. На протяжении столетий в нашем городе сосуществует и взаимодействует христианство и ислам. Соседствуют церкви и мечети, и люди умеют понимать и принимать иные взгляды и убеждения, что расширяет их кругозор и способствует мощностному личному росту. На свободу от фобий. Мы свободны от фобий и предубеждений. Возможно, именно этому Казань входит в число наиболее развитых, успешных и привлекательных городов мира. Безусловно, для нас, представителей муниципального уровня, евразийская интеграция в главной степени будет способствовать решению таких актуальных проблем, как строительство доступного жилья, развитие общественного транспорта, повышение качества окружающей среды, питьевой воды, создание новых высококвалифицированных рабочих мест и возможностей для самореализации молодежи. Вопросы евразийской интеграции идентичны задачам развития тысячелетия, которые стоят перед человечеством и о которых говорят Организации Объединенных Наций. Нынешняя евразийская интеграция на новом витке исторического цикла повторяет опыт той интеграции, которая в нашей истории уже существовала. Сегодня евразийская интеграция объективно необходима прежде всего как инструмент преодоления мирового кризиса, признаки которого все более различимы, а также как инструмент построения более справедливого мирового посткризисного порядка, основан на уважении традиционных культур и ценностей. Уверен, евразийская интеграция нужна и на более высоком уровне. Один только пример. Я буду завершать, уважаемые коллеги. Для нас огромная честь, что город Астана вошла в евразийское отделение ОГМВ, и уверен, что мы сможем придать новый импульс и новый толчок нашей организации. Очень важным для нас событием, для нашей организации, в 2015 году будет конгресс местных властей, который будет проходить в нашем городе в Казани с 30 июля по 1 августа. Я хочу использовать эту возможность для того, чтобы пригласить коллег,
участников этого форума в Казань 31 июля на участие в этом конгрессе. Большое спасибо за внимание. Уильям, я прошу прощения. Если вы разрешите, у меня просто следующая панель у меня. Я хотел бы выразить огромную благодарность всем гостям, всем выступающим, всем спикерам за их огромный интерес, за те интересные доклады, которые были связаны с урбанизацией городов, как мы собираемся развивать и ваши идеи, предложения, которые мы здесь сегодня мы обсуждаем. Они очень полезны, и особенно много вещей, как это будет выглядеть в будущем, потому что мы должны сопрягать наши возможности и наши идеи. И хотелось бы сказать, чтобы вот пожелать успеха вашему форуму, особенно с презентацией. Если вы разрешите, меня пока заместит мой заместитель, и мы надеемся еще раз увидимся. Я хотел бы вас еще раз пригласить на Астанинский экономический форум в 2016 году. Мы в этом году впервые попробовали поменять формат. Мы надеемся, что в следующем году вы увидите другой форум, другого уровня. Еще раз вам спасибо большое. Once again, for all guests, thank you very much for this panel session. I hope I want to wish you the best time which you can spend in Astana. Once again, I guess it's our warm hearts will bring maybe some this new wave in comparison of our weather. And I hope it's next time. I will see you next year. Thank you very much. Спасибо большое. И я сразу передаю слово Рахул Гупте из PricewaterhouseCoopers. Good afternoon, and thank you for the opportunity to speak to you. I'd like to thank the city of Astana, the mayor, and the honorable minister of economy. I've been working here since 2013, and I had the privilege to manage the Smart Astana project. And one of the things that we were able to do is leverage our world-class knowledge from around the cities and apply it to some of the projects today. So I'll talk to you about PwC City's opportunity, and the report is available at the table. As I mentioned, we took the learnings of about 184,000 people in 157 countries. We took everything that we knew and we learned about holistic city management, provided neutral and independent team, diverse skill sets, and applied it to the Smart Astana project. And some of those learnings are captured in our report. So you've heard the term urbanization mentioned today. What is urbanization? I think it's very important to understand that every city shares two very common features, people and infrastructure. How you use the people that live in the city and how you design the infrastructure makes the difference between how that energy is utilized to actually generate value that we heard from Jeremy as well as the comments made by previous speakers. People are the foundational element that create the energy, and the infrastructure is how you channel it, and it is absolutely critical to get that balance right. Urbanization includes all of those activities that pertain to city life. But beyond the obvious that everybody feels, governors, mayors, city leaders are really struggling to understand how to bring innovative solutions to some of the forces around cities. We heard earlier that 60 million people every year are going to move into rural, from rural areas into urban environment. That's about 165,000 people every day moving into cities, which means that you have to find a new way to deal with waste, new ways to find deal with housing, transport, healthcare, food. Those are complex issues that yesterday's solutions will no longer provide you the right solutions. And to deal with this, you really need to deal with a system of systems. A city is no longer a simple approach to solve. It is a complex system of systems approach. So what we do in our report is actually look at the various patterns and trends that are developing, that have developed over the years and developing in the future. How is this population increasing? What does it mean that you have aging population? Do you need to change the way you design houses? Do you need to change the way you're going to run cars?
if you're going to have different cultures, as was mentioned earlier, different religions, different races, how are you going to actually manage the societal changes? As the demand for potable water grows, where are you going to get access to the water? As climate change occurs, how are you going to deal with that? That system of system is absolutely critical, and understanding the history behind it will help you understand the future and also deal with some of the risks as those risks become more and more complex. It is absolutely obvious the urbanism will increasingly define public and private opportunity together. On this slide, just to show you a picture of the two reports we published in 2014. They are available on this website. It is very data rich. We also specialized the reports. If you are in Africa, you can actually get the data for Africa. If you are in Asia, you can get specific data for Asia. And I think it's actually quite an interesting research that you can undertake on your own based on those reports. So what did we find in 2014? What you've got in front of you is 30 cities that we selected and then ranked in three categories, high, medium, and low. The way to read this chart is that the highest number is actually what you want. And as you can tell, London actually scored the highest. What does that mean, and what are some of the indicators that we utilized to actually come to this analysis? Here are the top three cities indicators for each. And this will tell you very precisely why certain cities do very, very well and why other cities are trying to get to the same level. Intellectual capital innovation is absolutely critical. This is where people want to be. This is where they live. This is where arts, where culture, where parks happen. And cities that can actually put it all together leverage technology, ICT, information communication technology, put it all together. And those cities also become the product or flows, inflows and outflows. Finally, you need to move products. If you have the ability to produce, but you don't have the ability to actually supply, you will be stagnant. So transportation infrastructure becomes critical. Finally, if you live in a city, you need to feel safe, you need to be healthy, and you need to be able to do business in a manner where the rule of law exists. Finally, with climate change and the need for more food and more water and more energy, you need to be sustainable. And you can see some of the other indicators that kind of give you an idea. I like to point out the second to last, ease of doing business. This is absolutely critical because if you're competing for talent, you're competing for investments, and you're creating the capacity in a city, in a country to be effective and create value, if you do not have the means to ease business, it's going to be very complicated for a city to move forward. Finally, the cost is absolutely critical. If you can't afford to live in a city, you're going to actually allow some of the very talented people to move to competitive cities. And understanding this history becomes critical. So what are we doing from what we did in 2014, which is ranked 30 cities, to 2016? We are going to continue with 30 cities worldwide, 59 different variables, some of were discussed in the panel earlier, a deep investigation into select group of cities, and we ask two simple questions. What makes modern cities thrive? Why are they good at certain things? And in the face of change, risk, climate, population, why are they going to become resilient? So we continue our approach, city mix changes. We're going to focus on urban resilience. We're going to look at transport and specifically tax. How do you actually create the ability to take money, apply it, whether it's public, whether it's private, whether it's public, private, or some other means, and we're going to do the interviews with some of the city managers to make it more effective. Our hypothesis remains exactly the same as always. Socioeconomic balance defines success. Extremely critical that you balance all of the elements of the 10 variables that we discuss, because without that balance, you're not going to be able to attract the talent, retain the talent, or be competitive with other cities. The results support our hypothesis. Positive correlation between health and social and economic variables actually leads to cities that are going to be more competitive.
Our approach to city, the City of Opportunity reports to say is the same. It's real, a real gauge. We seek to highlight what works for the good of the overall community. We do not focus just on the private sector or the public sector or any other sector. It's really the community. It's about the citizens that live in the community. We stress effective policies because without those effective policies, a city will start to stagnate. Tools for a changing world, those 10 indicators, I think it's very important. The tools for a changing world is basically the skeleton around which we look at how cities thrive. Quality of life is basically the arteries. And then finally, the economics, this is the lifeblood. You can't have one without the other. It needs to really come together. And these 10 variables allow you to understand how our report helps you understand the past and helps you understand where to go in the future. We're going to choose the 30 cities. It'll be global, geographically representative, so the report is usable for everyone. We keep the sample small. In 2016, we're going to add 3 more cities, Rio. We're going to replace Rio, Nairobi, and Istanbul. We're going to add Amsterdam, Lagos, and Bogota, and we'll see what changes and what not. Finally, what we're going to do in 2016, resilience versus simple natural disaster risk. This is becoming more and more important. Focus on comprehensive metropolitan transportation. The tax perspective is absolutely essential because you cannot modernize old infrastructure. You cannot invest in new infrastructure without understanding that element. And finally, adding the digital security to the technology and refining our cost. We know this works because our people tell us all the time. We sample 15,000 PwC employees that live around the world, and they tell us that this is the balance that they want when they live in a city. Let me conclude with just a quote, and I want to thank you for your attention. Спасибо большое, Рагул. Теперь я прошу, приглашаю выступающих сесть в зал, потому что иначе мы не увидим презентацию симулятора 3D города Астаны до 2030 года. И теперь я передаю слово мадам Мишель Папалардо и ее коллеге Валери Давид для презентации симулятора. Спасибо. Ladies and gentlemen, Salam Al Sisba. I'm very pleased to be with you this afternoon to introduce the first official presentation of Astenable, the French 3D urban design demonstrator. This demonstrator participates to a French initiative named Viva Police, and so just I explain what is it, and after I let the floor to Valérie. So what is Viva Police? It's a collective brand to promote the French know-how in the field of sustainable cities. And it was launched in September 2013, supported by French public authorities and private sector actors. So in Viva Police, you have public players, ministries, public agencies, local communities, of course, and the private actors, professional associations, competitiveness clusters, a lot of large, medium, and small companies. And I'm a coordinator of Viva Police. Our mission is to structure a French offer to promote sustainable cities at international level. Our French vision of sustainable city is structured around 4 characteristics. First, it places humans at the core of the project by offering the best quality of life to everyone. It concerns health, mobility, activities, all the things you have heard before. The result is to ensure the attractiveness of the city for people and for companies. The second characteristic, it seeks to optimize its performance and therefore its competitiveness by consuming fewer natural resources, and the result is
to achieve by optimizing the integration of urban functions. Our city is both green and smart. The third thing is that the city is based on a strong, transversal, and participative governance. It's very important if you want really achieve the two first results. And last, it's not a model. We have not a model, but a specific approach of urban development. The city must be adapted to the various contexts and to climate, geography, history, culture, religion. So to explain the Viva Police approach, we have different solutions. I can try to explain it like I do now. The second one is we can show our French cities and eco-districts, and you are welcome in France, of course. And we can also demonstrate the result of our French approach of sustainable city in another context, and another context than the French one. And it's the objective of Sustainable, the 3D urban design demonstrator. It's a project financed by French Ministry of Economy, realized by a consortium of French companies selected in the framework of a tender. So, Sustainable illustrates the French concept of sustainable city around the four features of Viva Police. It proposes an adapted answer to a real case, the case of Astana, with its climate and all its specificities. It establishes a model of all the value chain, upstream to downstream, including all sectors, water, energy, waste, transport. It provides the city of Astana with a large panel of French products, services, and technological solutions, is our aim. And last, it integrates these solutions into a visual, interactive, didactic, digital tool in order to facilitate decision making. As you are going to see now, so I let the floor to Valérie David that has managed this project with a great efficacy and which can show you the results. Salamat Sizbe, Zdravite, good afternoon, dear Mr. Nurali Aliyev, dear Mr. Uisbayev. First of all, it's my honor to present you the Sustainable project at this distinguished global event. I would like to sincerely thank both Kazakhstani and French authorities for their constant support during the implementation of the pioneer project Sustainable, contraction of Astana and Sustainable. Let me remind you that the project was launched last year, 1 year ago, at the latest economic forum, during which we made a commitment to present the results today. I would like to briefly introduce the Sustainable Consortium, composed of three major French companies, Eiffage, French key actor in sustainable construction, in which I have the honor to work, Aegis, the most important engineering company in France, and Engie, formerly named GDF Suez, global leader in energy and services, presented it by Ms. Giton and Ms. Montel. The urban design tool, Sustainable, consists of three scales, starting from the strategic scale down to the immersive experience via an intermediate level. The work of Sustainable experts is based on existing data obtained in December 2014. Since then, some changes in the urban planning of Astana might have occurred. Nevertheless, our work is comprehensive and serious with respect to unpredictable changes in the future. First of all, the strategies of sustainable transport, energy mix, sustainable construction, waste and water management, nature in the city, and even urban farming in the city are presented at the city level.
All together, these four strategies represent what we call the holistic approach. Let me start with the sustainable transport strategy. We need a couple of seconds because the tool is heavy. So, just a precision, you have here Mr. Jean-Baptiste Rennes, who is the president of Enodo, the French company or partner specialized in 3D models, and who will manipulate in front of you with a gamepad this tool. How to read this map? In the right frame, you see the evolution of demographic data in Astana and its consequences in terms of number of individual cars and needs in daily travel. The strategy is developed within a timeline from 2017 to 2030. And the left frame displays a wide range of public transportation modes integrated into a network appropriate to the needs of Astana. It includes elevated metro, tramway, railway, bus rapid transport, cable transportation, and even river shuttle in summer. Just for the second example, let's have a look on the energy strategy. Once again, three frames. On the left, the energy mix. At the bottom, the timeline. On the right, the share of each energy resource. Of course, it changes with time. Our energy strategy meets the objective of 30% of renewable energy expressed in the concept for transition of the Republic of Kazakhstan to green economy established in May 2013. We are now switching to the thematic scale. All the following interactive sequences are manipulated, as I told you, with a gamepad. The city view is a projection of Astana in the year 2030. It has been produced on the basis of the Genplan 2010 and 2015, thanks to our cooperation with Genplan Institute and with Astana Innovations. Our studies are particularly focused on six different zones selected for their demonstrative qualities and stretching from the south to the north of the city. Here is the Taldical Lake, I precise, after depollution and rehabilitation. Our expert team has designed a green urban area characterized by the presence of an expanding forest in the city. A lake ecosystem would be revealed after depollution in 2030 for leisure activities of inhabitants and tourists. Then another zoom. Here is a strategic infrastructure at the intersection of major transport types. That's what we call the hub. Okay. The originality of this multimodal hub is that it's hidden under pleasant artificial hills while preserving both the environment and the architecture. In a couple of minutes, you will see the immersive experience of the hub in winter. From the lake to Ishim Island, our experts propose an ecological corridor in order to connect with the well-known green belt of Astana. The Ishim Island is characterized by a very low density, and the island is imagined as an eco-district, including energy-efficient buildings, I mean green buildings, a university campus, and even a gardening space. Sustainable city also means the creation of employment. On the existing industrial site, we believe that there is a huge potential of job creation and synergies between various industries in accordance with circular economy principles. As you can see, the industrial challenges are waste management and energy generation from waste, water management,
energy sharing, or what we call energy solidarity, between industrial sites. The next Zoom is located at the intersection of Turan Avenue and Saraishik Street, near the Astana Opera Theatre and the remarkable Khanchatia. We also believe that this area has a great potential as a new activity center, which will contribute to the decentralized development of the city. And now, ladies and gentlemen, let me present you the most impressive part of the 3D tool, the immersive experience, in which you will discover a wide range of French technical and technological existing solutions for sustainable city. There are more than 320 solutions in the tool. It needs 2 hours to see everything. Just imagine yourself as a pedestrian in the streets of Astana in 2030. Here is a night vision of this new attractive district dominated by the marvelous Khanchatia. The objective is to increase the attractiveness of this district and to demonstrate here different ways of sustainable water management with rain, with snow, even suitable with the public, for the public open space. Jean-Baptiste, could you please go to the new infrastructure, transport infrastructure? Here is a new infrastructure which operates as a network of low carbon public transport stations and offers a range of shops and public and private services. If you look up, you can see the latest model of the cable cabin designed by the French company Poma, which currently installs cable transportation in Cocteau Bay, Almaty. In a sustainable city, we think that all available urban spaces should be used efficiently. This is why, under the elevated metro, you can find a corridor for pedestrians, protected from bad weather conditions. Maybe I speak too fast. No? Okay, so this is the corridor for pedestrians, and here you can discover the bike sharing solution from the French company Smoove, which is always, which is already working here in Astana. A little further, you can discover a pool of electric solutions, like recharging power stations for cars, integrated in a light pole, car sharing solution by Renault. So this is, okay, and car sharing solutions by Renault, and its brand new electric car Zoe, adapted to extreme climate conditions. Another example of Zoom, familiar to the people of Astana, is the Republic Avenue. This vibrant avenue contributes to Astana's identity. This is why we think that it's necessary to introduce more eco-friendly transportation, including tramway. So you have here a new tramway station equipped with photovoltaic panels. Here we go. This tramway station, equipped with photovoltaic panels, as I told you, has been designed as a shelter, temperated with the calories extracted from wastewater of residential blocks. This is a solution by Suez Environnement.
we will go out and we will pass again by another smooth bike sharing station. You can see that the shelter is equipped against wind. Here, be careful. Mm-hmm. A particular attention is brought to vegetalization, which is highly contributing to the quality of life. I can tell you that every tree and every flower you can see in the tool is fully compatible with Astana's climate. It results from the cooperation between a French association specialized in botanical sciences and their Kazakhstani partners. Last but not least, I'd like to say a few words regarding energy efficiency renovation. These two buildings have been restructured in order to integrate a double facade which creates a regulated climate and improves thermal efficiency. Thanks to high transparency, a greenhouse can be installed on the rooftop. We don't have enough time, but for a few seconds, I would like to show you this winter view sequence as we are entering this multimodal infrastructure, the hub. So, okay, loading. This hub is dedicated to all types of public transportation. As Mr. Oppenheim and Mr. Gupta said, public, low-carbon public transportation is the key of sustainable city. So this hub is dedicated to low-carbon transportation and enables to reduce traffic in the central districts of Astana. It connects the elevated metro to tramway, cable transport, as well as LRT in the Astana ring. When you will have the tool, you'll discover a full range of relevant French digital technologies for transport management as well as for information for users. Before ending this presentation, I would like to underline that this project is an example of successful bilateral collaboration which will hopefully result in many more opportunities to work together. This outstanding pilot project will be presented worldwide by Mrs. Papalardo, by French governmental institutions, and will contribute to promote Astana and its sustainable future. It will be a pleasure for me and my team to see you all at our stand on the second floor to provide you with more details about our project. Thank you for your attention. Спасибо большое. Теперь мне только прошу вас благодарить всех наших выступающих, и потом будет кофе-брейк. Но прежде всего огромное спасибо всем, которые выступали. Спасибо.